Одно условие, чтобы вы не сквернословили, не матерились. Хорошо. Пока с тобой разговариваем, что ли? Хорошо. Так. Самое главное событие, которое в Библии, это после того, как Адам пал, все согрешили, стали смертными. Из-за Адама в грех умерло больше 100 миллиардов людей на Земле. 2020 лет назад, вот сейчас пошел 20-й год, родился Сын Божий Иисус Христос от Девы Марии. Второе лицо Троицы. И в 33,5 года был распятый, на кресте прибитый, умер. И на третий день воскрес. В этом главное. Он умер за наши грехи, не за свои преступления. И сегодня он приходящему и говорящему: «Господи, прости меня, я убийца, я блудник, я сквернослов, прости, что я натворил в жизни-то». Господь прощает. Этот грех он уже искупил. Но дай обещание: «Господи, живи со мною. Помоги жить по заповедям Твоим». И начнется другая жизнь, порождение свыше. Вот это самое главное. Вот вы хотите, если больше узнать, у вас будет желание, вы можете меня найти в скайпе. Знаете скайп? Я не пользуюсь скайпом, я удалил. Скайп это уже, уже прошло. Это хорошее, там группа группой можно собираться, разговаривать там, и все это бесплатно. У вас есть канал на Ютубе? Есть, называется «Во свете Библии», Игнатий Лапкин. У меня там 19 500 роликов наших. Угу. Общий просмотр 45 миллионов. Неплохо. 45 миллионов просмотров. Да. И 44 500, кажется, подписчиков. Так что найдите «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Равных нашему Ютубу нету. Игнатий Лапкин. Все. Давай найду. Сейчас, секунду. Давайте я вас найду, ваш канал на Ютубе. Давай. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Одна деревня на всю страну такая. А это где вообще находится? Алтайский край. Ни одного аборта, ни одного аборта, ни одного развода. То есть вы там сейчас как бы группой собрались и, то есть... Вот это, да, ваше? Так, подождите, гляну. Ну да, это наше. А там вверху написано, что там написано, чтобы на нашу страницу попасть-то? Православное видео, канал открытым. Во свете Библии. Там где-то видео, на видео нажмите, чтобы зайти на уже не в прихожую. Все, мы подписались. Вот. Ладно, до свидания. Так вы, если пожелаете узнать, то в Ютубе это одно. У нас есть еще сайт. А сайт это через Google зайти и также зарядить «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вы увидите, как там я вел занятия в 5 университетах, 5 отделах милиции, 13 школ. Миссионерская поездка какая была по стране и по всему миру. У меня вышло из печати 38 томов книг. Я их подарил в 650 библиотек мира. На 35 миллионов рублей разорились. Это все на Ютубе есть. На Ютубе. Как мы едем, остановка, какие у нас люди, как молятся, как работают, как с детьми. Я начальник детского лагеря, фактически 48 лет. Основал сам лагерь. И у нас главный лозунг в лагере был: «Россия должна встать. Россия – это мы». А это сейчас вот где вы находитесь? Это что это? Что за помещение? Где я нахожусь? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Помещение, комнаты. Помещение такое только одно на весь Советский Союз. Вы только не отключайтесь, я расскажу. Нет, на весь Советский Союз. Ну тогда слушай внимательно. И скажешь в конце «да» и «аминь». Прошлые годы, 80-е. Я попутно хочу сказать, что слово «проблема» я исключил из лексикона. Его американизм эти не нужны. Заменил другим нерешенный вопрос. И вот, допустим, народ не образован. А что ты сделал? Ну, в прошлые годы что можно сделать? Мне Господь положил купить 15 магнитофонов. «Маяк-205». Он 320 рублей стоил.
создать фонд «Тон-студию» и насчитать на пленку 50 книг. Библия, святые отцы и архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Брал интервью репрессированных. У меня 4 книги по 800 страниц стихов моих. 4 книги. И меня запрятали. Я прошел 5 тюрем и лагерь. Я освобожден. Да, только... девушка, мы это, дальше пойдем. Так, слушайте, я сейчас отвечаю. А что за комната? Когда я вернулся, реабилитированный, как политзаключенный, я стал добиваться возврата, что взяли. И 11 лет шел суд. По государственным нормативам они должны были мне 11 миллиардов теми деньгами, недоминированными. Почему? Там я переводческой работой занимался, что выпускал. Речь идет о фонотеке. А рассчитываться нечем. И тогда... Я сказал, давайте рассчитывайтесь недвижимостью. И в центральном районе города Барнаула, рядом ОП, мне выделили 13 соток и 2 здания на них. Мировое соглашение я получил. И приезжает мэр города, вот это здание, к каторжнику приезжает мэр города, не просто мэр, он в десятку лучших мэров России входит, Баварин Владимир Николаевич. И центральная газета, и все фотографируют, и говорят, Лапкин, да я, предпочел храм недвижимости. И вот такая, поэтому такое помещение, где, это мы уже тут пристроили, чтобы больше людей принимать, оно одно единственное, чтобы тому, кто освободился, хоть какой он будь, мэр города выдавал, этого нигде не было. И все это заснято на государственные фильмы, на таких бобинах снимали. И эта бобина заняла... Шматами. Ну и слава богу, это уже хорошо. Тут в этой рулетке, примерно 50% голые мужики валяются, и процентов 90 с лишним мусульмане. Самое блудливое, самое боязливое, все собралось сюда. Не, я вообще-то это не мусульманин. Я знаю, я не знаю. У русских тоже блудников хватает. Это Содом и Гоморра. Нигде этого нет в интернете, чтобы столько голых было и все время пьют. Вы сейчас через минуту будете что-то хлюпать. А почему? Нет. Пытаетесь дарить блудный огонь и гиенский, который за это угрожает. Я ничего не хлюпаю, мне не надо это. Мы пришли сюда возвестить волю Божию, как его посланники. Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Ну да. Вот так. Если вы желаете больше узнать, и когда совершенно будете трезвы, вы можете выйти на меня по скайпу. Я один, Игнатий Лапкин, с этой фамилией. А если... Я и так трезвый. Ну ладно. Теперь, если вы пожелаете узнать больше, мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Одна деревня на весь Советский Союз. Mm-hmm. Если вы пожелаете больше узнать, зайдите на наш в Ютубе канал. У меня свой канал. Канал, которому нет равных во всей мировой сети. 19 500 роликов наших. Тысяч! И общий просмотр 45 миллионов. И вы увидите, как у нас была миссионерская поездка из Барнаула до Владивостока, до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Север и Турция. Мне Бог позволил написать 38 томов книг. Я вел много занятий в 5 университетах. Третья программа, 13 школ, все отделы милиции, воинские части. И книги вышли. Каждая книга 752 страницы. Посетили мы 650 городов. Сделали подарок библиотеке мира на 35 миллионов рублей. Не имея ничего. Вот так. Вы уже познакомились. Я вам о себе рассказал все. Вас как звать-то? Меня Витя зовут. Витя? Виктор означает победитель. Таких слов несколько. Никита? Никита. Это то же самое, что и Виктор. И Николай. Это одно слово с разных языков. Победитель. Так, победи эту леность, победи вожделение в себе, сходи в храм Божий на исповедь и начни жить по-христиански. Так что, Виктор, мне это имя очень близко, у меня близкий человек. У меня вышло, не вышло, написано 4 тома стихов моих по 800 страниц. И он многое положил на музыку, как бард поет.
Вы можете зайти, зарядить Виктор Савченко, песнопения, и вы там увидите, какие песнопения с моих стихов. Так что Виктор мне очень дорог. Это имя близкое мне. Ну, понятно. Вопросы? Да нет вопросов. А вопросы есть, вы только не знаете, как задать их. Как спасти душу, самое главное, с чем мы полезны друг для друга. Мы встретились, может быть, навсегда разойдемся. Я вам говорю, запомните скайп. В скайпе, Игнатий Лапкин, вы на меня выйдете, там я все ресурсы могу скинуть вам. Ну да, не поленись. Я в скайпе не сижу, я в скайпе, у меня даже не скачано скайп. Ну а в ютубе бываете? В ютубе очень редко бываю. Я бываю очень часто в Инстаграме. Это там даже сравнивать не придется. Вот мой мир, система очень хорошая. У меня там 24 тысячи фотографий наших. Вот, и ВКонтакте есть я. ВКонтакт неплохая, но не сравнишь с моим миром. Не, в мой мир у меня я не регистрировался. У меня нет. Вы можете зайти на наш сайт. У меня сайт самый огромный, 50 книг. Моим голосом насчитаны там в аудио. Там государственные фильмы о нас снятые, занявшие первое место на международных киноконкурсах. Нас называют «Искорка возрождающейся России». Я начальник, сам основал детский лагерь уже 48 лет. И у нас главный лозунг везде – «Россия должна встать». «Россия – это мы». Без помощи государства тысячи детей отдохнули. А государство только давило, выжимало их. И еще мы молимся, благодарим Бога, ни Путина, никого не ругаем. А молимся за них, чтобы не было покушения. Вот он вчера отправил все правительство полностью, подали в отставку. Ну, я слышал, что-то они хотят это уйти с поста. Нет, хотят российскую конституцию изменить, чтобы никакое государство больше не посягало на наши права, если, конечно, требования сходятся с российской конституцией. А сегодня командуют там разные офшорные предприятия, то есть грабеж, воровство, может быть, маленько уменьшится, коррупция. Китайские законы все равно тут не ведут. Тут только Китай мог бы всех коррупционеров подобрать, и мы бы стали раза в 4-5 лучше жить. Миллиардерами делается из поколения в поколение работа, а не так, как Березовский. Я проснулся, во двор выглянул, он чертежник. Увидел 2800 автомобилей, все мои. Он работал ночью, спал, ногами крутил. Подавился. И все так и будет. Я примеру говорю. Его интересно, у него близкие отношения были с генеральным прокурором Российской Федерации, Скуратовым. И он ему говорит, а почему ты, Боря, Борис Абрамович, почему не едешь в Израиль-то? Вот, говорит, удовольствие утром проснуться и знать, что 8 миллионов думает, как тебя обмануть. А то он дал характеристику своему народу. А мы не приучены к этому. У нас отец инвалид войны, а мать с отцом неграмотные, 10 детей. И все выросли, ни одного больного, ни одного преступника. Да. Потому что с Богом. Вот мы с деревни начали строить. Первым делом храм. Потом государственную школу. Своими силами. 6 прудов восстановили. Запустили рыбу. В 3. Дороги сами делаем. Дороги – это страшно дорогое удовольствие. Только щебенку насыпать, это, я не знаю, сколько, 70 метров, может быть. Да нет, даже меньше, 50. И нам пришлось отдать 232 тысячи рублей. И государство должно дороги делать-то. Они делают? Ну, не делают, я должен думать, нанимать. Их почти каждый год нанимаем бульдозер. Чтобы его привезти к нам, 150 километров, 50 тысяч на кон. Вот как государство. А у меня пенсия до самого последнего времени 8141 рубль 33 копейки. И ничего ворованного нету. Ибо благодарим Бога и за правителей молимся.
Ну да. Вот если вы зайдете по скайпу, поэтому в Ютубе «Во свете Библии» называется канал. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вам это открытие. Ну, 19 500 роликов наших только. Ну что, Виктор, будем прощаться? Да, я зайду, посмотрю. Посмотрите, запомните, Игнатий Лапкин. Сразу откроется вам. С Богом. Ага, хорошо. Ага, с Богом.